Как твое здоровье? Это Как твое станция уже настроение? нужна. Мага, мага, ты видишь, я королева всех баранов. Да, конечно, я вижу. Ты очень добрая, ты очень красивая. Я смотрю, наверное, ты собираешься замуж выйти, да? За кого? Замуж просто. За кого? А ты уже же не представляешь. Я не знаю, но так собирайся, чтобы, наверное, замуж собираешься ты. У меня муж есть вообще-то. А, тихо, говори, сейчас муж проснется рядом. Сейчас муж проснется рядом. Ага. Ему замуж покажет. Отвечай, я рада тебе так, чтобы выйти. Ты такая красивая, ты такая добрая, отвечай. Ну, Бела. Но... Таких нету, да, у вас? Красивых. Мага, откуда будет, Бела? Бела, мага. Мага, откуда будет? Мага, откуда будет, Бела? Это мага. Не понял. Мага, скажи, что я хорошая. Ну, конечно, ты нет, даже ты, хорошая. Ты задала наводящий его, настроила на истинный путь, который ты сама хотела. Подожди, так не спрашивала. Мага, вы точно ее знаете? Где вы ее доброту заметили? Простесняюсь. Я даже, знаешь, я ее очень обожаю, очень уважаю. Ай, Клара. Понял? Баб? Карин, давай, Роза, но все равно ты можешь сказать, Бела пришла в Москву, ты его пока это короновала. Я тоже. Вон, все меня обожают. Ты видишь, вон это Макавелли, он больной на голову. Подожди. Ты хочешь сказать, только больные меня обожают? Конечно, такие как и ты. Бела, откуда будет мага? Мага, откуда будет Бела? Из Азербайджана. Ого. Кажется, сегодня у тебя в основном адекватные азербайджанцы поднялись. Это очень нет, странно. Нет, ну вы неправильно говорите. Не адекватные, а адекватные. Адекватные. Марту мели дурабаце стоген, Марту. Каждый адекватный азербайджанец знает, что Белла хорошая. Правильно, Мага? Потому что он тебя плохо знает. Я за справедливость. И за честность. И за честность, да. И за факты. Мага, ты дар речи потерял? Мага, наверное, упал со стула. Можно один вопрос? Какой? Можно один вещь скажу, только ты не обижайся. Ну, я сейчас скажу, только не без обиды, хорошо? А, начинается. Вот ты хочешь опять что-то испортить, да? Не, конечно, я же воспитанная. Ты же хорошо знаешь, что я очень воспитанная. Я забыла, извини. А, воспитанная, понял. Да, она воспитанная. Давайте сказать, давай, Мага, мы тебя слушаем. Хоть христианка, хоть мусульманка, да, не имеет значения. Мы такие с кровью у нас, да, мы всегда уважаем всех женщин, да. Хоть христианка, хоть мусульманка, не имеет значения. Мы всегда всех женщин уважаем. Все женщины, Елена святая, красивая, да. Но Деля, лично я отвечаю себе, чтобы, да, лично, вот, Деля, мне не имеет значения, чтобы, она хоть христианка, хоть мусульманка, хоть не имеет значения, но самое главное, чтобы, да, она женщина, но у меня тоже есть дома, да, мама, сестра, да, если я своей маме, своей сестрой уважаю, люблю, также я все женщины, всех девушек я уважаю, люблю, и Деля мне знает, что все мага, это сестры. Желание или тост? Как? Это желание или тост? Это не тост, брат. Это желание, чтобы, да, я все женщины. Знаешь что, брат, это все женщины, все знаешь, как, ну, как тебе сказать, чтобы, да? Я понял, женщин, уже, я понял. Женщинам, всем девушкам, чтобы, да, я желаю, чтобы, да, как сказать, чтобы, да, всем, чтобы было хорошим, всем, чтобы было очень, ну, как сказать, ну... Уже говорите как-нибудь, ну... Ближе к делу. Говори, Мага, говори. Ты вот видишь, как белка, чтобы не даешь нам говорить. Они неадекватные, Мага-джан, не слушай, ты мне говори, мне. Все вот видишь, сразу ревнуют все.
Это ревность, это зависть. Мага, мага, сейчас завидую. Нет, мага, просто вы понимаете, вы, вот можно сказать, цветок красивый. А вы знаете, как говорите? Вы говорите, вот это Богом созданное творение, которое лежит в этой горшочке, цветет, его нужно поливать, и там земля. Вы можете коротко сказать, цветок красивый? Все. Коротко, ясно. Но она, это само собой, что она всегда красивая, но само собой, она девушка, она женщина, это само собой, чтобы она всегда Мака, красивая. Мака, да. Ты на нее не обращай внимания, она просто завидует, понимаешь? Женская зависть. Конечно, я внимания не обращаю, но ничего. Не обращай внимания, я тоже на нее внимания не обращаю. Сегодня целый день она меня кусает, грызет, я не обращаю внимания. Белка, я тебя люблю, я тебя целую, да пожалуйста. А, Белка, я завтра на нее эфир открою, ты в курсе? Ну, я ее внимание обращаю сама собой, ну просто, ну ничего. Все нормально, все хорошо. Ну, на детенка обижаться, правильно? Тем более, ты мой старший брат, знаешь, да, хорошо? Ага, у меня начальник. Кто твой старший брат? Ну, Камран же, ты хорошо знаешь. Ты не знаешь разве? Камран твой старший брат, да, а я забыл. А, Камран, я ваш просто руки вода поливает. Я же тебе сказал, что мой старший брат, я же тебе сказал. А Камран твой старший брат, что ли? Кто? Он твой старший брат? Мага. Ну да, он мой старший. Он старший брат. Да, его спусти, он его старший брат. Гардаш, один вопрос, Маги, да. Гардаш, скажи, пожалуйста, ты как азербайджанец, да, чистокровный. Как ты думаешь, что будет, какое будущее будет у Азербайджана? Вот просто, да, вопрос. Как? Какое будущее нас ждет у нашего Азербайджана? Просто вопрос. Ты слышишь меня, братуха? О, смешно. Мака, скажи, что ты хочешь, чтобы я была вашей королевой. А, братуха, будущее не говори, вот. Будущее. Нет, Мака, подожди, ты бы хотел? Мака, стоп. Пожалуйста, не перебивай. Подожди. Подожди, ты не перебивай, это я чуть-чуть человек. Королевой была я. Подожди. Да, я человек отвечаю, да, что потом... Мага, ты не согласна, что Белла стал премьер-министром Азербайджана? Ты представляешь? Если бы она мы была президент. Мага, прикинь, как хорошо было бы. Ну, скажи, какой будущий? У тебя уже Влад был бы, понимаешь? У тебя бы уже Влад был. Я королева, я тебя знаю. А что не дает, чтобы я человек отвечал? Давай. Мага, извини, я сейчас выйду, два слова скажу, потом ты выйду и ты продолжишь. Хорошо? Белджан, ненцемент чанес с марта инфаркт инсульт это вид станет. Я вас обожаю, люблю, уважаю. Счастья, добра и всего женского счастья, наилучшего. Это обратно. Удачи, барин еще. Я вам всем слово даю, что да? Да, Белджан. Она скоро выйдет мне замуж. Здравствуйте, ты мне скажи, утро. Какой будущее у нас Азербайджан? Здравствуйте, доброе утро. Я вам. Вам слово даю, что да, она скоро выйдет на меня замуж. Я? Мага? Да, ты Белка, ты выйдешь мне замуж. Мага, тебе же жена ушла, что ты импотент. Зачем еще хочешь второй раз жениться? Оно тебе надо? А я вообще никогда не был женат, и, конечно, я не был, брат. Мага, ну, ты жена развелся, что ты импотент. Зачем Мага, второй раз? Ай, Мага, тебя сейчас я говорю, что я никогда не был женатый. Мака, у вас там есть Айла, она очень нуждается в муже. Да, солнце мое, солнышко мое, солнышко. Она тебе не нравится? А? Айла тебе не нравится? Какой Айла? Айла, у вас там есть азербайджанка Айла. Не, солнце.